Все, чекай, чекай. Я хоть и не умею на ней играть, и только учусь, но сейчас лица так поломаю, как никогда не ломал, вот увидишь. Совет дня, ребят. У тебя на экране прицел, наводи на врагов его, чтобы побеждать. Сейчас разнесу... Я вообще эту карту терпеть не могу. Вот просто терпеть не могу, но сейчас разнесу. Вот в клочья разнесу, Макс. Ой, Макс! Я пошутил. Где моя бомбочка? Где моя бомбочка? Но я сделал ФБ. А почему бомбочка дымовая пропала-то? Ладно, это не проблема, ребят. Это не проблема. Here we go, here we go. Хорошо. Здорово. Тихо. Куда ты? Тихо. Ля! Сука, животное! Жал захилась, говорит. Да. Так, я понял, катарайз. Где мой катарайз? Ля, там овертайм. У меня есть ульт, интересно. Тихо, ниндзя вышел на охоту. Here we go. Отъехал, ля! Они всех моих добивают, это нечестно. Ля, что делают? Ага. Типа умная. У него есть ульт? У него уже должен быть ульт. Я умер. Что я купил? А что я купил такого? У них же нет щитов. Каких щитов у них нету? Я катарайз купил. Ой, валите. Спасибо за подписку, ребята. Кто там? Спасибо. Блять, ну не выдержишь, что ли? Еще палка, да, радугу. Скоро. Ты хочешь посмотреть на радугу, как я буду разносить в клочья вообще? Тихо.
Ай, не достаешь, да, бродяга? Не достаешь, бывает. О, поехал. Ля, поехал. Что будем делать? А-а-а. Как же смотри, охота поиграть. Ну, ребят, что поделаешь. Вот хоть бы игра на стрим вчера зашел, интересно было. Я понял. Интересно было смотреть Джеронима. Это вот прям, прям нектар для моих ушей. Интересно. Ребят, кому интересно смотреть, поставьте плюс. Никто не поставит. Есть новенькие, кто не подписан? Подпишитесь, ребят, по-братски. Добрейший, здорово, здорово. Все, два плюса для двух. Валете минус. Спасибо за подписку, ребят. Опа, хакер плюсанул. Макс минусанул, Макса в пати не берем сегодня. Сегодня Макса в радугу не берем тогда. Так, ладно, я пока подожду. Потому что они сразу начинают спамить. Во, спасибо, подписки, ля, ребят. Я случайно кинул ее. Я убил кого-то. Значит, не случайно. Не случайно, чат, ясно? Кто подумал, что случайно? Нихуя не случайно. Умер. Ты что тут делаешь? Лолон. Ой, блядь. Сам себя переиграл. Сам себя переиграл. Но он не смотрел, не играл уже половину с годик где-то. Сильно он поменялся? Поставить МБ. Да, слушай, если годик, то да, сильно поменялся, конечно. Добавили как минимум вот эту конченую карту. Ты что, бессмертный? Ты что, бессмертный, я тебе говорю? Я умер. Можно быстрее перезарядку. Поменял случай, но по сравнению с тем годом, да. Я думаю, что да. Больше персонажей, больше скинцов, больше всего. Что еще нужно? И проект развивается, проект развивается. Не сказать, что он прям растет над собой на несколько голов, но он развивается в любом случае. Так, группапимся. Тихо-тихо. Досуг, хотел сказать, мимо. Блять, ну отходи ты, ёпта. Вот он странный-то, а. Да уже не могу без перезарядки, если честно. Такой бред. Сейчас возьму, наверное. Дальше делает Ирод. Летчик он, ля. Тихо-тихо-тихо-тихо.
ГГ, спасибо. Дарили, умри! Ау! But you are very noob, yeah. I'm really noob, but I win you and him. And him. Вовере мало обнов, да. ГГ откладывается. Не, сейчас выиграем. А чё я покупал? Перезарядку не стал добрать. Capture the objective. Вместе с 2-3 скина и правки. Да. Я думаю, Машовер тоже постримить. Он мне раньше нравился. Зачем? Не знаю, зачем он это сделал. Ну ладно. Палы лучше? Ну, в какой-то степени, да. Палы гораздо динамичнее, ребят. Понимаете? Разница пал в том, что они очень динамичные по сравнению с овером. Вот реально. Овер не такой динамичный. Да, в овере есть свои динамики какие-то, но... Палы гораздо динамичнее. Ха! You're the best player in the world. Yeah. I'm a noob, but I win. All fucking time.